Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами, как всегда, Пип, и сегодня мы продолжаем дальше с вами пытаться выжить в этом подземелье. Посмотрим, чего же мы сможем добиться и сколько дней мы сможем выжить в этом подземелье. В этом метро. Ну что, ребят, погнали тогда. Давай, блин, у нас не хватает шестеренок вообще почти ни на что. Блин, инженер нам нужен. Давайте попробуем. Так. Так, здесь можно организовать полевую кухню. Да это понятно, что можно организовать, только вот у нас народу не хватает. Давай, блин. Инженеры мне нужны. Во. Так, давайте одного инженерчика зашлем. Куда мы его зашлем? Блин. А, по сути. Блин, сейчас уже же вечер начнется. Нам надо охранять. Надо укрыться за стенами. Ну, давайте укроемся за стенами. Все тут остаются. А, у нас тут один инженер. Так, далеко мы, далеко оставили всех ребят. А ну-ка, быстро все за мной. И встаем все сюда. Все. Я погнал на другую сторону. Я думаю, там ребятки все-таки справятся. Нам надо на правую сторону спешить. Иначе может быть все плохо, потому что с той стороны мы, конечно, оборону этих упырей немножечко так подорвали, и все очень плохо. Так, у стены слева замечены мутанты, пофигу. Я думаю, там ребята справятся. Так, а мы бежим к правой стене. Блин, очень далеко приходится бежать. Там уже чуваки у меня долбят туда. Так, надо им помогать. По сути, мы же можем справиться с ними. Сдохните, твари. Сдохните. О, блин, они валят. Ну, давайте, я вас тут подожду. Да, далеко, к сожалению, стрелять мы не можем. Ну, сколько вас еще пойдет? А, вот, еще идут, да? Блин, ну давайте уже, в принципе, ночь-то заканчивается. А вы все прете, охренели, что ли, совсем? Так, что тут у нас? А, тут у нас грибочки, да? Так, ну, в принципе, мы можем взять нашу толпу. И, блин, мне диггеры нужны. Мне нужны диггеры. Давайте. Я заберу диггеров. И уже в ту сторону направлюсь. Потому что мы до конца еще не доходили. И, скорее всего... Блин, может нам все-таки попробовать цветок замочить? Конечно, жалко диггеров потерять будет, если они сдохнут на этом цветке опять. Но мне вы, ребята, подсказали, что можно отправлять их бить, а потом подзывать, когда цветок замахивается. Ну, давайте, я вам поверю и попробуем это сделать сейчас. Не знаю, выйдет или нет. Так, давайте скорость увеличим. Что-то у нас скорость то полностью всегда есть, то ни хрена ее нету. Так, давай, давай, Анна, беги, беги. Так, а мы... А, давайте чувака отправим, блин. Он тут стоит вообще, ждет, и шестеренок нам привез. А мы, блин, даже и ни слухом, ни духом. Так, чувак, давай, езжай. Погнали, быстрее, быстрее, быстрее. Так, вы все со мной идете, всей толпой. Так, собираем все грибы. Грибочки нам нужны будут обязательно. Так, чё? Чё не собираете-то, алё? Диггеры, блин, называется. Так, окей, теперь нам вот это вот надо все собрать. Не, диггеры у меня красавцы прям собирают все очень быстро. Только вот тут еще забыли. Так, теперь вот эти грибы собираем.
Я не знаю, на самом деле, сколько мы дней сможем протянуть, но я надеюсь, хотя бы подольше. Так, все, собрали? Нет, еще не все собрали, ладно, окей, теперь движемся дальше. Ну что, давайте попробуем, так, вот. Так, опа. Так, давайте. Аккуратно. Вот так, да, смотрите, получается. О, офигеть, мы замочили. Мы замочили цветок, серьезно? Офигеть. Так. Офигеть, так, а что мы тут можем построить? Вот это вот вообще неожиданно. Ребят, спасибо за подсказку. Блин, мы, во-первых, схрон нашли. Офигенный. Во-вторых... мы смогли все-таки замочить этот цветок, и у меня еще все диггеры живые. Вот это офигенно просто. Так, давайте пока, чтобы не стоять, быстренько все разбирайте. Так, блин, стрелки мои, конечно, не хотят ничего делать, кроме как стрелять, да? Так, ребят, давайте, надо завал разбирать. Будем тут тусоваться. По возможности, так, так, ну тогда, чувак, ты вот сюда иди помогай. В смысле, ты инженеру даже не хочешь помочь? Блин, а мы с той стороны, блин, народу оставили очень мало. Так, я думаю, эти чуваки тут справятся, а нам надо валить. О, мы его взяли все-таки. Так, у стены... Ох ты, иди, твою мать. Бежим. Бежим быстрее. Быстрее бежим. Сейчас наши стены там начнут мочить. Так, отлично. Так, ох ты. Я двоих оставлю, троих оставлю там. Слева стена уничтожена. Блин, давай, Анка, беги. Дура, блин. Если наш генератор сломают, все, нам жопа. Блин, конечно, да, отпускать всех с той стороны, это было вообще предел глупости, но, блин, а что было делать? Мне нужно было много диггеров. Так, слева еще одна стена уничтожена. Серьезно? Блин, вы что, ребят? Ох ты, нифига, тут их нормально. Нормально так их появилось. Ну-ка, давайте строим. Быстренько строим. Так, Инженерус, где ты там? Вот вы все, да, тут стоите, вафли сушите, нифига. Так, мужики отказываются на стройке работать, говорят, опасно. Надо стены отремонтировать. Да если вы, блин, я чё, против, что ли? Ремонтируйте, конечно. Теперь мы можем отправлять экспедиции. Ну, блин, конечно. Ох ты, идите, твою мать. Вот это неожиданно было. Выскочили прям. Так, блин, нам не хватает немножечко шестеренок, да? Ладно, погнали отсюда. Так, давайте, инженеры, инженеры. Так, ну все, в принципе, ночь прошла. А, чинить-то кто ничего не будет. Командир, прием, с правой стороны надвигается огромная волна мутантов. Ох ты, иди твою налево. Так, все. Так, мне нужно... так, а тебя оставляю. И вас двоих оставляю защищать. А этих чуваков мне надо сделать... быстрее, 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 блин. Мне их всех надо сделать либо стрелками, либо хотя бы диггерами. О, ты кто такой? Смотрите. Ох ты, спасибо, чувак. Так, быстренько разбираем. Отличная сделка, приходи завтра, я принесу еще. Блин, прикольно, у нас появился торговец тут на станции. Офигеть. Даже неожиданно как-то. Откуда он тут взялся? Блин, толпа монстров приближается. Блин, и хрена знает, что делать. Так, диггеры. Ну что, ребят, вы готовы? Все за автоматы. Так, давайте посмотрим. Так, наверное... Вот сюда еще три автоматчика и диггер стоит, да? И с той стороны я поставлю двух автоматчиков.
пускай стоят, потому что, блин, на самом деле жопа тут надвигается на нас с двух сторон, причем. И это очень опасно. Нам надо как-то выжить эту волну. Это самая жесткая волна, которая, по-моему, была тут из всех. Так, чуваки, я привел вам еще двоих автоматчиков. Ну, заберу у вас инженеров. Пусть инженеры делают постройки. Все, чиним, увеличиваем. Блин, не хватает у нас людей, конечно. У нас еще чуваки там остались, блин, в пещере. По-хорошему их надо бы забрать, успеть. Так, сейчас скорость наберем. Так, набрали скорость, отлично. Так, пошли нахрен. Бежим быстрее бежим. Нам надо забрать наших чуваков. Что они тут у нас замутили? Так, Артурчик. Так, а этого что не посмотрели? Вот этого тоже надо посмотреть. Давайте шустрее, блин, времени очень мало. Все. Получается, по сути, мы тут все сделали. О, нифига, лифт наверх. Блин. Так, все, бежим тогда наружу. Сейчас волна пойдет, и мы тогда попробуем с вами наверх подняться. Так. Чуваки. Все тут, короче, остаетесь. На волну. О, крысы побежали. Пипец, все. Начинается жопа. Начинается полная жопа. Блин, с какой стороны первый-то пойдут? Я даже не знаю. Так, справа замечены мутанты. Окей. И слева замечены мутанты. Так, будем смотреть, где быстрее будут пробивать стены у нас. Так. Так, привез добровольца. Забирай, чувак, ты прям совсем не вовремя привез нам добровольцев. У нас тут волна идет. Блин, стена слева уничтожена, да? Бежим, значит, к левой стене. Так, ты за мной. Быстренько становишься у нас инженером. И погнали, погнали. Блин, там крушат. Не знаю, с какой стороны, но походу все ломают. Быстрей, быстрей. Что ж ты так медленно? Блин, ах ты тварь. Ой, блин, у нас тут здоровые эти твари пошли. Так, блин, бочку ты поджечь не можешь у меня, да? Блин, тебе обычный чувак нужен. Окей. Так, давай чини. Куда ты пошел-то? Чини. Блин, он не хочет чинить. Ладно, давай хотя бы вот тут почини. Блин, нам постоянно... А, все? Мы типа пережили волну? Нет? Не пережили? А, только с правой стороны, получается, у нас волна еще идет, да? Самая жесткая волна. О, тут все мои чувачки уже собрались. Окей, стойте тут. Так, давайте-ка я скорость наберу, потому что бегать так, ну, конечно, вообще геморройно очень. Все, отлично, бежим быстрее. На ту сторону, там сейчас пойдет у нас... А, блин, тут еще разобрать все надо, чувак, что, блин, стоит, ждет. Ну что тут у вас, ребят, блин? Че, волна еще не прошла, что ли? Так, давайте я вам помогу, расчищу завал весь вот этот вот. Ай, блин, перезарядиться бы еще успеть. Ай ты, блин, почти схватили, офигеть. Не, ребят, ваши щиты не помогут. Главное, блин, чтоб меня никто не успел схватить, и чтоб меня не окружили, иначе будет жопа. Охренеть, они валят, просто пипец. Все, мы волну выжили. Так, схрон и беженец. Нет, мне лучше бы схрон. Все, можем бежать. Можем спокойненько бежать. А, я даже возьму с... Блин, мне надо и добровольца. Точнее, за добровольцем отправить. Так, вы трое, бегом со мной. Блин, опять надо скорости поднабрать у нас. Немножечко.
Так, поднабрали. Так, и погнали. Погнали, 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 погнали. О, теперь у нас скорость перестала падать, отлично. Так, ну что, а куда мы бежим-то? Блин, что-то я пробежал вообще мимо. О, схрон, отлично. 18-й день пошел. Так, ну, так, давай. Вытаскивай все, что у тебя есть, отлично. Так, чуваки, разгребаем тут все. Не, торговец это круто, блин. Но лучше бы он нам, конечно, шестеренки приносил на самом деле. Так, дружище, давай вали. А мы с вами, ребята. Так. Возьму целую толпу, потому что не знаю, что там нам предстоит. Так, грибочки мы потом соберем. Давайте попробуем наверх подняться. Блин, интересно же вообще, что за лифт. Опа. Куда уехали? Вот, подождите. Алло. Охренеть. Подождите, а куда уехали автоматчики-то? Они типа наверх поднялись, на поверхность? Без меня? Офигеть, да ладно. Ладно, мы за ними придем позже. Посмотрим, что они принесут. А мы пока гоним с вами... Смотреть дальше, чё мы тут еще? Блин, мы эту дверь-то вы... Да нет, не надо. Не надо этого делать. Мы пока гоним... Так, эти наросты очень живучие. Да я понял, что наросты лучше не трогать. Так, давайте вот тут разгребайте. Так, двое разгребают. А мы бежим пока дальше. Смотреть, где у нас тут чё еще. А, так, еще одна дверь. Блин, тут дверей-то до хрена на самом деле. Так, поезд. Мы вот как раз в прошлый раз. Так, давай. А, быстрее, чувак, копайся. Нам на самом деле нужно очень много шестеренок. Нам надо весь лагерь отстроить, блин. А это очень тяжело сделать без шестеренок. Давай, давай. Ну, Ярослав, энергичнее. У тебя уже, блин, звание какое. Смотри, звезда с какой-то рамкой. Ты у меня один из самых крутых. Из долгожителей, если можно так сказать. О, смотрите, там еще чувак какой-то в ушанке дохлый. Давайте с него тоже что-нибудь достанем. Так. И теперь вот эти ящики. Блин, как же наша дамочка боится вот этих коконов. Блин, опять. Мы, походу, не успеем тут все. Зачистить с одним диггером, блин, конечно, это опасно. Так, все, туман начинает сгущаться, и нам на самом деле надо бы валить. Давай, шустрее, последний ящик, пожалуйста, все. Погнали. Так, вот и вот этого трупешника быстро обыщи. И прямо сейчас понесемся с тобой на всех парах. Все, погнали. Так, нам как раз добровольца принесли, это уже хорошо. Так, нам нужен инженер, чтобы несколько дверей расхреначить. А наши чуваки, скорее всего, там уже убежали, да? Эй, блин, я пошутил, ты не то сделал. Так, бежим, 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 бежим быстрее. Вот, все, уже поперли, уродцы. Так что надо двигаться энергичнее. Да, все мои чуваки уже убежали. Так, а эти-то наши товарищи вернулись? Блин, у стены справа замечены мутанты. Наши чуваки не вернулись еще. Так, пошли вон. Давай, Анька, беги, беги быстрее. Спасай всех диггеров моих. Так, диггеры, красавцы. Так, все вот тут остаетесь. Ох, блин. Опасно. Так, а мне, блин, же нужен диггер еще для того, чтобы чувачка вот тут... Ладно. Будешь один вот это все разбирать. Давай шустрее. Эх, блин, мне инженеров вообще не хватает. У нас народ-то, блин, 6 автоматчиков. Нахрена мне столько? В принципе, мы пока справляемся, но, блин, они оборону очень хорошо держат. И пока они ее держат, отпускать их, либо менять на что-то очень опасно. Так что пускай будет, дальше мы сейчас будем делать... инженеров и диггеров. Давай, давай, дружок, ну энергичнее.
Что ты прям так медленно-то копаешься сегодня? Я понял, тебя надо скорее в диггера переводить, потому что ты вообще тупой у меня. Как тебя зовут? Лев. Лев, ты пока еще салабон. Ничего не можешь сделать нормально и быстро. Так, база приема. Отряд возвращается на поверхность. Ой, с поверхности ништяк. Так, ты у меня красава. Так, так, укрепление пока строить не будем. Так, а ну-ка, все за мной. Во-первых, заберем всех чуваков. Так, все это собирать не будем, нет времени. Давайте посмотрим, что чуваки с поверхности принесли. Вот они. Ну что, ребят, что принесли-то? Ох, ни хрена себе, ребята, блин, вы столько всего притаранили. Давайте быстренько разгребаем. Блин, шестеренки, ё-моё, чуваки, вы вообще классные. А, видели нетронутую бензоколонку, в следующий раз попробуем ее замутить. Но предприятие рискованное, стоит подождать денек перед вылазкой, пока мутанты не уйдут. Согласен. Так, что это такое у нас есть? Гражданские припасы, несколько сильных колб и лекарств. При критическом повреждении командир бросает светошумовую гранату, оглушая мутантов вокруг, и излечивается. Лекарства хватит на один раз. И армейский схрон. Давайте армейский схрон возьмем, конечно. По команде ближнего боя сталкер бросает бутылку с зажигательной смесью. Зажигательная смесь очень эффективна при мутантах. Ништяк. Так, ну... А я могу вас еще раз отправить сразу же? Блин, шестеренок сколько вы принесли мне. Вообще красавцы. Так, 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 блин, нет, ну-ка, встали все в ряд, первый, второй, третий, все, все, еще ж ли одного надо? А, блин, вам яблоки нужно с собой давать, да? Типа жрачку в дорогу. Ладно, погнали дальше. Так, а ну-ка быстро. А, замочили эту большую личинку. Блин, у нас опять времени не хватает. Так, все. И просто быстро бежим. Ай, блядь. Бежим, 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 а то нас сейчас завалят. Так, где дверь? А ну-ка, инженер. Давай, вышибай дверь. Блин, инженер не хочет вышибать дверь. О, молодец, давай вышибай. Посмотрим, чего за этой дверью. Так, а тут у нас куча всего опять есть, да? Так, и... О, еще два чувака, блин, ништяк. А, куча выживших найдена, и еще один тут небольшой такой схрон с кучей полезных ништяков, да? Так, во-первых, трупаков обыскать. Блин, а привез добровольца, так, добровольца, да, привезли еще. А что, вот этих трупов обыскать не можем, да? Ну окей. Так, давай еще вот этого трупешника быстро обыщи. Так, вот эти типа не алё, да? Не, не можем их обыскать, все. Так, наверное, я так, так, у стены слева замечены мутанты. Блин, нам пора валить. А, ребята, погнали. А, бегом, валим, потому что слева нашу базу долбят. Не успеем мы опять. Так, стена слева уничтожена. Ах ты, пошли нахрен. Блин, у меня инженер весь в кровище. Так, ты что тут забыл? Дверь, так, стена справа. Так, два, три. Так. Трое, я думаю, справится. Так, инженер, ты пока... Так, пошли в жопу. Да. Так, слева уничтожена стена, блин. Все, погнали. Так, двое за мной. Будете у меня лопачками. Во, сразу со звездами. Так, слева стена уничтожена, да? Так, вы быстренько там мутите, а я бегу. Ох ты, охренеть, они как близко подобрались-то к моему лагерю. Охренеть.
Ой, блин, тут надо защиту всю ставить назад. Это пипец. Это охренеть. Они очень близко подобрались. Так, вот тут. Ну-ка, давай. Стройку мути. Так, серьезно? Блин. Так, хорошо. Так, ты что тут можешь делать? Тоже ни хрена не можешь, да? Тут обычный чувак нужен. Так, а тут что? И тут обычный чувак нужен. Да что ж такое-то? Давай хотя бы вот тут строй. Пипец. Ух ты, это мина тут лежит. Так, нас... На нас напали. Максим и Тарас погибли. Эх, командир, говорили же обождать с вылазкой. Блин, серьезно? 20-й день, да? А у нас несколько умерло. Так, нет, чуваки. А, нет, даже нифига, вы не тут должны стоять. Вы должны стоять. У, так, во-первых, поджечь бочку. Блин, вы еще и бочку даже поджечь не можете, бестолочи. Блин, ну подожгите бочку-то, блин, ну короче, от этих автоматчиков толку, блин, вообще, они толком ни хрена и делать-то не могут, диггеры хотя бы и копают, так, иди сюда, ты у нас строй дальше, блин, все заминировано, так, ой, блин, чуваки, так, сейчас я вас, короче, всех разжалую. В диггеров. Вы уж извините, но не нравится мне, как вы тут работаете. Так, давай. О, блин. Так, отличная сделка. Приходи завтра. Так, окей. Так, а тебе что надо? А чё, все? Этот чувак у нас не уезжает. А этому нахрена мы дали? Так, блин, раз, два, три. Три лопатчика, да? Блин, автоматчики, я не знаю, нужны они или нет. Давайте лучше инженеров сделаем. Инженеры хотя бы что-то полезное делают. Да, блин, двое, наверное, надо сделать, да? Так, один, во. Так, ты у меня, где у нас один? Во, давай, инженером тоже будешь. И будем отстраивать все, пипец, как будем отстраивать. Так, еще круче делаем. Так, во-первых, поджигаем бочку. Тут все отстраиваем. А, блин, тут нам нужен обычный человек, да? Ладно, сейчас одного поставим. Так, и... А как... Кто чинить-то должен вот эту стену? Я не пойму. Нужно... Так, бочку тоже поджечь. А, эту бочку тоже поджечь. Твари, вот вашим яйцам. Валим, 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 валим. Там долбят. Так, хорошо. Значит, блин, где вас оставить там? Очень далеко, да? Все, стоите тут, тусуйтесь. Так, инженер. Ты что-нибудь тут можешь мутить? Ну, тут тоже не можешь, да? Так, а ну-ка, оба. Так, ты достраивай. Блин, сейчас опять толпа пойдет, все нахрен уничтожит. Так, у стены справа замечены мутанты, да? Все, я, короче, вас всех тут оставляю. Потому что справа сейчас могут, блин, все мне там разрушить. Уроды. Инженер, ты-то куда бежишь? А, блин, стены слева замечены мутанты. Эй, нифига, они пробрались. Они пипец пробрались. Стена справа уничтожена. Так, инженер, нахрен быстро все отстраивать. Ух. Так, буду защищать, насколько это возможно. Так, все тут остаются. Блять, слева стена уничтожена.
Так, поджечь. Так, включить автоматы. Слева уничтожено. Вы чё тут встали-то? Блин, они сейчас если генера... Они почти к генератору подобрались, дебилы. Дебилы, вы убежали-то далеко, да? Сыкуны. Вы чё творите? Охренеть, слушайте. А, меня удивляет. Так, мне нужен один обычный чувак, чтобы полевую кухню сделать. Потому что это жесть. Так, там чувак сдох у нас, да? Как мне сделать обычного чувака? Ай, блин, я теперь... Мне же сюда надо одного. А где его теперь возьму-то? Ладно, хрен с ним, отстраиваем. Так, двое тут отстраивают. А, ты ему помогай, блин. А, это, блин, офигеть, это чё? Так, ты сюда тоже не можешь? Ё-моё, блин, ё-моё. Ни хрена не можем сделать. Блин, мы, короче, какие-то заплатки только делаем, и все. А толку от этого ноль. Требуется везде ремонт. Блин, у нас еще эти закончились, грибы. Охренеть, как все плохо. Так, чувак, за мной. Ой, блин, хреново-то как. Так, ты тоже за мной. Так, все встаете вот тут. Так, а чё вы за мной-то? Вот, все. Все, вы все тусуетесь тут. Так, ну-ка, что это мы сделали? О, серьезно? Поехали. О, нифига себе. Серьезно, а куда мы можем ехать? Это все, типа? Это все, куда мы можем доехать? Так, дальше давай едем. Ну, блин. А в чем прикол-то? Ты типа чуть ближе подвинулся. О, телефон у нас какой-то появился, нифига себе. Да, только ремонтировать нечего и некому. Так, грибочки мне нужны. Так, надо тех чуваков забрать, автоматчиков, блин. Хотя там остался всего один автоматчик, ё-моё. Дружище, извини, что все твои чуваки не выдержали. Это все? Топливо выше. О, ну-ка, давай-ка, разгребай. Топливо выше, но какой ценой наши товарищи погибли? Блин, чувак, я тебе очень сочувствую. Но у нас тут не лучше внизу. 21-й день идет. Давай, быстрее, блин, каждая шестеренка тут на счету. Мы еще столько комнат, блин, не обошли там. Очень быстро. Так, все, чувак, погнали. Нам надо защищать лагерь. Так, давай, пока еще не сильно стемнело. Собирай грибы. Где мой... Блин, где этот дебил-то, блин? Куда он убежал? Взял и убежал просто. А этот долго грибы собирает, очень долго. Ну, 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 шустрее, шустрее, шустрее. Дружище, уже туман начинает появляться. И тут очень опасно стоять. Давай, я тебя охраняю, блин, конечно. Но ты знаешь, что... Сейчас начнется жопа. Во, прям на голову упали, зашибись. Так, дружище, давай-ка пойдем отсюда. Лучше. А. Так, я понял, ты не можешь строить, давай хотя бы, блин, бочку зажги у стены, так, справа замечены мутанты. Да пошли вы в жопу, вы задолбали уже. Так, с другой стороны тоже замечены, да, мутанты? Ну, погнали, посмотрим. Так, ты тут стоишь? Да едить твою налево, блин, тут толпа такая идет. Все, ништяк. Блин, слева уничтожена стена. Да что ж такое-то, блин? А ты, дебил, чё стоишь?
Они же... Ай, они, блин, до генератора почти добрались. Охренеть, блин, я не знаю, что делать, как тут выживать. Ай, патроны, патроны, патроны. Так, справа стена уничтожена. Так, поджигаем. Блин, охренеть. Ах ты, тварь. Ладно, хотя бы бомбы помогли. Так, блин, отстраивать все надо. Ай, так, чуваки. Эй, блядь, тут чувак стоит, а вы вообще вафли сушите. Блин, это хрень, которая все ломает, а вы стоите просто. Вы чё, все дебилы, что ли? А ну-ка, быстро за мной. Блядь, 21-й день. Так, чё-то гремит где-то. Так, блядь, тут еще эти глаза бегут. 22-й день пошел, все. Ух, блин, короче, все очень хреново у нас. Прям очень хреново. Так, ладно. Блин, а сюда чувака мы посадить никакого не можем. Так, тут отстраиваем. Везде все отстраиваем. По максимуму это у нас... хотя бы... Так, иди сюда, АА. Это хотя бы у нас немножечко их задержит. Так, ну чё ты, где ты тут можешь-то, блин? Так, валим, 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 валим. Ох ты, блин, начал бомбить нас этот фрукт. Так, ладно, чувак, раз ты уж с этой стороны возишься, так, блин. Так, Егор, ты какого хрена вообще куда пошел? Мы все теперь тусуемся у генератора. Хотя мне нужно... Во. Так, ну чё, погнали. Следующее здание. Блин, грибы надо собирать, конечно. Пипец, тут столько дела, мы нифига не можем дальше продвинуться, потому что нам надо генератор защищать. Давай, помогай. Все, погнали, следующую дверь попробуем открыть. На грибы пофигу. Так, просто мимо бежим. Личинок пока тоже не трогаем. Нам интересна следующая дверь. Просто надо быстро посмотреть, что там есть. Так, все, пробежали. Охренеть, мы очень далеко на самом деле пробежали. Так, инженер. Вышибай. Шустрее, блин. Времени вообще мало очень. Заходим. Все, собираем. Так, что-то мы нашли. История обновлена. Так, Николай. Мы спасли Николая. Отлично. Как раз нам обычный чувачок один был нужен. Ну, давай, обыщи его. Так, и типа все. Ну, окей. Так, ну у нас есть, кстати, щиты, блин, и... Так, не, давайте гнать уже назад. Потому что можем не выжить на самом деле тут. Точнее, мы-то выживем, если куда-нибудь в комнату спрячемся. А вот наша база может окончательно сдохнуть. Блин, и вон ту дверь еще надо открыть. Мы ее мимо, кстати, пробежали. Там за ней тоже что-то скрывается. Блин, ну чтобы понять, что там скрывается, нам бы хорошо было бы хотя бы продержаться эту ночь. Так, блин, тут мы уже отстраивать даже ничего не можем. Так, давайте сюда кинем бочку. Лечимся все. Отлично, красавцы. Блин, автоматчиков можно сделать до хрена. Двое тут. Опа! Неожиданно. Чуваки побежали. Пошли нахрен. Так, будем бегать. Так, слева стена. Блин, слева замечены мутанты, да? Где они там замечены-то? Блин, опять близко подкрадывается, да? Где вы там, уроды? Блин, откуда у вас столько прет? Да ё-моё, еще, блин,
перезаряжается моя дамочка долго. Ух ты! Эй! Так, у меня никто не сдох, надеюсь, никто. Так, зажигаем бочку. Ай, блин, долбит. Чё? Нет, блин, нет. Ну, ё-моё, опять мы не дожили. 22 дня. Нам чуть-чуть не хватило, чёрт, ну что же за фигня-то? Ладно, но в принципе 22 дня, это уже 22 дня. То есть мы достаточно уже продвинулись еще больше. У нас, кстати, есть какие-то новые фишки. Лиловая дымка распространилась по всей столице. В настоящее время ведется исследование на предмет обнаружения токсичных веществ, содержащихся в составе тумана. Прикольно. Так, цементный завод. Прочность стен будет увеличена. Снижен урон по стенам от взрывов. Для работы требуются инженеры. Окей. Мы еще немножечко свои навыки тут прокачали. А это стрелки наносят больше урона, красные патроны не рикошетят. Для работы требуются инженеры. Да у нас красных патронов-то, по-моему, за всю игру и не было. Ну что ж, ребят, мы прожили... Так, проживи 18 дней на сложности бывалый или выше, чтобы открыть новую комнату. Да я тут-то, блин, еще не все комнаты открыл. 22 дня, новый рекорд у нас, ребят. Ну что ж, на этом мы завершим и в следующий раз попробуем прожить 23 дня, а может и больше. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. А с вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.